Этой гитарой Мастер Гамс, он же Презант, заканчивает партию замечательных детских инструментов, потому что гитара уходит в подарок моему внуку на 3-летие. Спасибо, Мастер Гамс, он же Презант. Эта гитара не совсем обычная. Несколько лет назад вышел очень хороший мультфильм, который назывался «Коко». Этот мультфильм был про мексиканского мальчика, который в результате стал известным музыкантом. Я не буду рассказывать весь сюжет мультфильма, естественно, потому что ты должен его посмотреть сам. Но после того, что вышел этот мультфильм, он стал очень популярным, и фирма Cordoba, которая делает очень хорошие гитары, выпустила специальную гитару по гитаре, на которой играл мальчик из этого мультфильма. Вот эта гитара. И рисунки на этой гитаре соответствуют рисункам из этого мультфильма.